Всем привет! Вот в Германии в феврале зима началась по-новому. Даже не думал на. Даже думал, все закончится, больше не будет ничего. Классно. Ну, посмотрим, будет снег лежать или нет. Идет и тает сразу на. Классно. Люблю такую погоду на, когда снег идет. Ну, может, еще зима будет. Кто его знает. Поживем, увидим. Вот от жены подарок. На 23 февраля она трико мне купила. Сейчас попробуем. Вот сегодня моей любимой жене подарил цветочки. На. Смотрите, красота какая. У нас кошечка на. Это наша нетовская кошечка. Нетовская в магазине. Да. Он, когда не закрывает, они его выгоняют, а утром рано он уже опять здесь стоит. Ну. Я не знаю, что нашел же. Себе место, да? И комнаты с чем-нибудь. Тепло, чем хорошо. Но... О! Большой алкоголь. Товары привезли. Ну. Эй!
закончили наш ремонт, побелили, обновили немножко на наш коридорчик. На следующий год хотим другие обои сюда клеить. Ну так свежо стало она. Теперь продолжим с кухней. Кухню покрасим, зал покрасим, обновим. Я так думаю, флис тапетом будем сюда клеить. Потом иначе будет выглядеть. Но все равно уже свежо. Вот такой небольшой мы вам видосик показали. Наши будни. Желаю нашим подписчикам, кто нас смотрит, всего хорошего. Ну, увидимся тогда на следующем видео. Всем удачи. Главное здоровье всем вам. Это самое главное.